масленица. Ее тоже сжигают, как обыкновенную масленицу. А вот это у меня младшая сестра масленицы. А вот эту куколку не сжигают, а каждый раз выставляют в окно. Знак того, что в этом доме празднуют масленицу. И в этом доме, может быть, есть уже девушка, которая 18 лет, чужие женихи из чужих деревень ходили и смотрели, по каким домам-то невесты-то живут, свататься, не свататься. Ну, а детей масленицу развлекали вот такой куклой козой, заблудает, смешили, развлекали детей. А в дорогу брали вот такой дорожный берег, береста, свернутая в трубочку, вот где-то как куколка, в серединку вставляется материнская молитва. И вот с такой дорожным оберегом ездили по дорогам. Детям кроватку в колыбельку ложили вот таких детских оберегов, чтобы дети лучше спали, чтобы ничего с ним плохого не случилось. А когда вырастали, разворачивали, пеленать в то же время учились. Вот. А вот такая кукла, колокольчик называется. Считается, что в дом приносит счастье, удачу и хорошее настроение. А вот такой маленький оберег, но имеет большое значение. Это лично для каждого. Грудь означает плодородие и богатство. А вот эта кукла называется макредина. Дождик идет, сухая трава повяла, все. А надо убирать урожай. И в Костромской области крестьяне придумали вот такую куклу. Сначала ее делали небольшую. Вечером закапывали, поминали, прощались с дождиком. На утро вставали, а за один-то день дождик не прекращался. Такую куклу делали почти в человеческий рост. Еще с большими почестями ее закапывали, поминали, прощались с дождиком. Ну а на третий день, если вставали, дождик не прекращался, в 6 рук начинали убирать урожай. Это работать надо, 6 рук не лениться, быстрее. А вот крупа имеет тоже свой смысл, указывается, назначение. Пшено оберегает от сглаза, рис здоровье дает, а греча богатство. И вот такие береги зернушки дарили друг другу тоже на какое-то событие. Плотно не закрывали, только льняной тканью, чтобы не прогоршло зерно. В деревне раньше, если не хватит до конца урожая, можно было сварить и съесть, а так хранить, как оберег.